Привет всем любителям бокса, это Дмитрий Моисеев и проект Boxing Bets Blog. Одним из самых популярных направлений у меня на канале это были видео о питании и тренировках чемпионов, где мы, может быть, не разбирали с вами каких-то супер-мега-секретиков, но, в принципе, конкретизировали те плюсы и минусы, те приемы, которые использует определенный боксер. И так получилось, что Александр Усик сначала был топовым тяжеловесом, сейчас он король королевского дивизиона. Соответственно, ну глупо как-то не посмотреть на то, какие нюансики и секретики были в его подготовке при переходе в супертяжелый вес, ну и когда он уже там находился. Потому что он и вес набрал, причем не какой-то там вес, а весьма функциональный, то есть и выносливость, и скорость остались при нем. Поэтому в сегодняшнем материале я попытаюсь кратко вам показать те нюансы в его питании, которые мне удалось увидеть. Итак, погнали. Так, ну что там пишут-то про питание Усика? Ну, понятно, исключается соль, сахар, картофель, мучное, простые углеводы урезаются. Ну, логично, ну, даже от сырников отказываются, понятно. Так, секрет. Что? Сало? Какое сало? Это шутка. Как не отказывается от сала-то? Да бред какой-то. Прям слюнки текут. Ну, Усик, ну дает сало. Не зря он мне нравился. Скорее бы уже... Ну, я думаю, вы, конечно же, понимаете, что это скорее шуточный ролик, хотя о том, что Усик не отказывается от сала даже на подготовке, это не шутка. Ну, вот так вот мне захотелось немножечко пошутить. А так, сам это дело очень люблю, поэтому приятного вам аппетита. Пистачочком. В общем, не буду особо здесь соблазнять вас этим делом. Побед вам в ринге и в жизни. Приятного аппетита вам на кухне. До новых встреч. Пока.